Мамулечка, красотулечка, что делаешь? Вот так. Вот. Утречком встала я. У меня там было немножко этого цыпленочек. Цыпленок. Цыпленок пареный. Ну вот я поставила, творю сейчас. Вот. Оно быстро варится. И творю вот лапшичкой. Зелень с лапшичкой. Лапша. Лапчик, да. Поклебать и кусок накормить. В общем, куриный супчик с лапшичкой. Ну, простой, он не супчик, он без картошки, просто курица. Водичка-то. Опа! О, руками. Ну, а как она длинная, потом кусочки в ложке. Непонятно. Где там? Вот. Вот такая яичная лапша. Написано, что домашняя. Ну, домашняя яичная. Домашнюю неохота делать. А принять. Знаешь, конечно, делали. Я сейчас пошел в магазин так купил. Ну да, в принципе. Все логично. Все логично. Если не хватит, там он еще яичная, а мне есть. А, вот еще одна есть. Остаточки. Если не хватит, еще да? Есть, ребята, добавочка. Закипает. Все, пусть закипает, скинем. Да. Что тут, мамуля, у нас? А все уже сварилось. Здесь вот лапшичка, мяско, соль, специи. Все, и кусочек масла, как всегда. Вкусняшка. Наш беспроигрышный продукт. В общем, я это все покипело. Выключаю, отставляю, чтобы не раскисло. Всем приятного аппетита. Дорогие мои подписчики, вот я не знаю, подписчик, называется он, кто он или она, осенний листопад. Очень, ну, красивое такое название. Я записала, спасибо, во-первых, за рецепт ваш, баклажаны перца. Я его записала себе в блокнотик. Но сейчас я не буду готовить, потому что зима. А я хочу, чтобы приготовить домашних. Это вот баклажаны, перца. Я обязательно приготовлю, дай бог. Доживем такую закуску или салат это зимний, как я поняла. Спасибо вам большое, что вы читаете нас. Да. Смотрите нас. Пишите нам комментарии. Да. В общем... Не забывайте, дорогие мои, кто-то спрашивал... Игорь один у меня нет, Игорь один, не один у меня есть, у меня старший сынок, ему 38 лет, но он, конечно, не хочет сниматься. Но нет, это... он не снимается. Да. Мы его не снимаем, да. Он даже когда у нас в гостях, вот мы вот снимаем, но в кадр да, он никогда не попадает. Ну, это его дело. Вот. Нормально живем, дорогие мои, так что, вот так что, остальное вы знаете про нас. Ну все, пожалуйста, приятного аппетита, если что. Задавайте вопросы. В общем, ребята, день у нас продолжается, да? День начинается. Всем, как говорится, вкусняшек, а мы пойдем заниматься своими обычными да? Домашними делами. Ребята, хозяйство, смотрим дальше. Хозяйство свое кошачье, он бегает. Сколько сегодня бегает? Интересно градусов, я а не я знаю. Сейчас а Будька сегодня меня разбудила, а обычно у нее не слышно ее голос. А тут Василич был на улице, она бегает, пищит. Я думаю, что она пищит. А Василич не зашел, я ее выпустила. Хвостик! Хвостик, мини-хвостик. А вот это, ребята, нашим собачкам вкусняшка. Ребята, всем привет! Сегодня у нас 12 декабря 2021 года. Идем кормить дочу. Доча, кушать. Давай, тянешься, доча. Ой, кушай давай. Ешь. В общем, в чашке, ребята, вкусняшки. Там хлеб, как всегда, что-то жирненькое. Кашка, хлебушек. Сейчас идем кормить мурашку. Сейчас мы возьмем чашечку. Так. У мурашки тоже самое. То же самое добавил водички. Ребята, сейчас мы, короче, это
Посмотрим погоду. Да не холодно. Снега, как всегда, нету. Мурашка унывает. Так. Ребята, 13 градусов. 13 градусов. Мурашка! В общем, ребята, тащим вкусняшку. Вкусняшку сейчас будет наша дочь любимая кушать. Мурашка! Где твоя вкусняшка? Давай, доча. Ой, скочит, 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 скочит. Привет, привет, доча. Привет, привет. Привет, привет. Так. Вся Маракина. Привет, привет, доча. Привет, привет. Привет, мелкая. Мелкая. Ну что, кушай давай. Кушай, мелкая. Мелкая, мелкая. В общем, ребята, день у нас начинается. День у нас продолжается. Идем заниматься своими домашними делами. Надо будет вечером. Сейчас, в принципе, достану рыбу. Горбушу, по-моему, да, горбуша. Она же красная рыба у нас, к красным рыбам относится. Пускай она оттаивает. А ближе к вечеру, я сделаю вот что. Я, ребята, ближе к вечеру с Васильичем ее, ну, разделим на кусочки, почистим ее. В общем, идем занимаемся своими делами, пока собачки у нас кушают. А мы тут с мамулькой красотулькой делаем, готовим. В общем, вкусняшки готовим. Работа, как говорится, с тестом. Потом смотрите на ее канале. На канале YouTube рецепты мудрой мамы. Обязательно туда подписывайтесь. То там вообще тишина, тишина, голяк. YouTube просмотры не дает. Вообще в ноль. Так, так, тесто наше поднимается. Сейчас мы его пакетик ее. Да? Так, вот, по пакетикам. Два пакетика сделаю. Так. А, туда маслица еще, да, добавить? Да, я просто ручки мажу. В общем, ребята, перекладываем, потом это в морозилочку все. В общем, как-то так, ребята, YouTube, вообще YouTube тупо не видит три канала, вот. Ой, смотришь, на канале уже столько количества видеороликов, но реально вообще не видит. Ну, как так-то, вот, вообще не понимаю. Лучше одним кадром все снимать, по идее, не знаю. Как-то это не обидно, не досадно, но все равно смотришь статистику, заходишь в статистику. Каналом по два, по этому подвалу Ильича третий год уже. Все в ноль, ребята, в ноль, но это бред. В общем, мысли вслух. Настроение, конечно же, падает. Нормальное. От такого. Игорь, прямо. Нет настроения никакого вообще. Да абсолютно. Ладно, брось. Слушай, не состоит из полос черных и белых. Я говорю, добьем все равно. Мы люди не гордые. Да это бред, с одной стороны. Не можем добить. Вообще, я имею в виду 1000 подписчиков. И туда на проверку. Кому-то дают? Да, кому-то вот дают. Да. И на проверку отправить туда нельзя. Специально дают просмотры. Поэтому у них и подписчики. Чистые два канала. Вот, например, Бородатые рецепты Васильевича, рецепты мудрой мамы. Мы туда ни мешанину ничего не делаем. Но у мамы уже по 400 роликов. И в ноль, вообще в ноль. Бредятина вообще. Захотел YouTube, продвигает. Ну это YouTube канал сам двигает. Да. Захотел, продвинул. Все. И пошли у них просмотры. Да. И все вытекает. В общем, пакетики. Как-то так. Ну вот выложила я. Два пакетика у меня получилось. Тесто. Сейчас я в морозилочку положу это и все. В общем, ребята, день продолжается, настроения никакого нет. Настроение есть. Успокойтесь.
Вообще бред, ну вот я вот смотрю, вот заходишь в статистику, ну вот вообще, ну вообще ни показов, ни рекомендаций. Я не плачу, но ну, смотри, мы столько и вообще в ноль. Как так-то вообще? В общем, как-то так. Настроения нету, ребята, день продолжается. А YouTube, YouTube, кстати, читает слова YouTube. Начинай продвигать наши каналы. Ну что это за бред, YouTube? Ты читаешь слова, то, что я говорю, выкладываю, читаешь. Ну, YouTube, сам YouTube. Как бред, ребята. В общем, так. День продолжается, настроения нет. Ну что, давай по пакетикам. Пакеты выкладываем, да, убираем это все. Так. Все, убираем. Так. Ставим тесто наше. Ой, тесто хорошее. Не знаю, когда. Завтра что ли забабашить. Не знаю, когда. О. Это прекрасно. Иногда, конечно, я беру магазины, ну, когда мне на них это, ну, в основном я сама. Надо как-то хлеб подтряпать. А потом, когда оно оттаивается, ты его пакетик как снимаешь? Просто отрезаешь или ну от как, пакетиков отходит? Вытаскиваю, да и все, пакет. Как там с пакетом выкидываешь, выкладываешь, переворачиваешь его, и все. Ну, можно перевязать, но я не буду. Если перевяжете, оно все равно будет. Это. В общем, вот так вот убирайте. Ну, все. Дело в шляпе. Папа, что делаешь? Да вот колбаску режу, подготавливаю, кашу хочу гречневую сварить. Ну, чтоб присутствовало, все интереснее кушать. Так копченая колбаска, да, вот она с прослойками идет. Да. Вот. Во, уже порезал колбаски, лучка. Да. Все подготовил. Теперь берем и это все выкладываем. Это, ребята, емкость от мультиварки. Да, сюда ложим. Вот так вот. Освобождаем досточку нашу. Вот. И распределяем. Перемешиваем. А, соли, наверное, да? Блонушку. Да, я сейчас приправки. Сейчас, ребята, Васильич возьмет приправки и соли добавит. Соли и приправки. Ложечку заодно. Вот. Распределили мы. Вот так вот. И теперь я беру приправки. Распределяю. Вот. Еще даже можно взять. Да, сильно много-то не надо, потому нет, что соль еще добавится. Я уже... Готовлю, так знаю сколько. Знаю. И чуть-чуть соли. Где-то вот так вот. Соли. Берем вот такого образца. Рис. Гречку. Ой, гречка это почему? Гречка это вот видишь какая? Ну. Она там разновидность брал. Она маленькая-маленькая, но вкусная. И распревает хорошо. Вот. Высыпаем. Так, сюда же. Разравниваем. Разравниваем. И заливаем водичкой. Вот еще вот такого, ну что-то сейчас нету ее. Че? А, ребята рассказывали, брали, как семечки жарили. Жарили. Ее обжаривали это ну, самое понятно. Сковородочки, говорит, с маслицем все обжаривали и варили, говорит, вообще вкуснятина. Ну, проверим угу. Так, без масла. А без масла колбаска, этот, колбаса кстати. Жир даст и достаточно. Да. Жира будет, насыщенности будет достаточно. В общем, заливаем, льем.
Да нет, много здесь не будет. Чисто закроем. А нет, еще сейчас. А, ты перемешать хочешь? Нет, мешать не будем. А, утопить, чтобы намок. Какой-то самый. Утопим. Вернее, придадим ее равномерности, залитости воды. Кстати, любимая кыска спит, отдыхает, кто не знает. Кыска спит. Кстати, поглядел, кыска. У нас рождение, оказывается, 20 мая родилась, 2021 года. Это сколько тебе уже? 20 мая 2021. Не знаю, не могу посчитать. Сегодня у нас 12 декабря, ребята. 21. Так? Что, начисляй еще водички. Так, ну, 7 месяцев. Уже было уже полгода тут. 7 месяцев киски. А я думаю, еще хватит. Я думаю, не, на воду возьмет. Хватит. Возьмет, конечно, но чтоб супом не было. Пускай напреет. Чисто как рассыпчатая, без масла. Он один к одному, чтоб вот как там сечку или что делали, там я удивился, я бы так не приготовил. Что, давай ставлю тогда? Давай ставь. Так, ладно, ребята, ставим мультиварку. Так. Все, убираем, 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 ставим, все. Заползла. Закрываем. Так, с розетки всегда выдергиваем. Сейчас мы розетку воткнем, ребята, чтобы у нас цветочки не отлетели тут. Тут цветочки еще отлетают. Так, не помнишь, на сколько минут? Ну, на 25 минут там каши, что готовится. А, на 25 минут, ребята, точно это плов на час готовится, по-моему. Так. А, вот крупы, да, 25 минут. 25 минут. Вот, достаточно. Все, закрыли. Она попреет. Все, старт поехал. Вот они рассказывали, вот, когда обжаривали, всего 5 минут выключает, 10 минут и готова она сама по себе. Она еще раз запреет, постоит. Но. Ну вот, прошло время. Вот, навалилась вот такая вот кашица, крупинка крупинки. Вот. Кашулька. Ага. Вот, видите? Крупинка крупинки. Сейчас мы, видите. В общем, вкусная кашка приготовилась. Да. Сколько она у нас готова? 25 минут. 25 минут. И крупинка крупинки. Вот. Так что вкусняшек, будем вкусняшек готовить, всем. Пробовать. О, ну-ка поставь ее. Ну, видите, рассыпчатая вкусная кашка. Так что, ребятки, всем приятных вкусняшек, вкусняшек и приятного аппетита. Василич, как кашка? Нормально. Вообще, вот не ел, взял молока, налил в эту кашу гречневую, крупинка крупинки. И, вот, поддеваешь и молочко. Вкуснятина. Советую. Вот так с молоком. Попробуйте. Во, очень вкусно. Вообще. В общем, вкусняшка, вкусняшка, mm-hmm. ребята. Mm-hmm. И девчата. И девчата, и девчата. Да. Вкуснятина. Ребята, вот что мы с мамой приготовили. Потом будет на канале рецепты мудрой мамы. Вот такая вкусняшка, вкусняшка, вкусняшка. Сейчас попробуем, поедим. Кстати, рыба размораживается. Горбуша, красная горбуша разморозится. Василич вечером ее разделывает на кусочки, на филейные кусочки. Значит, будем пробовать. Попробуем. Да, ё-моё, упала мимо рта, ребята, упала мимо рта. Сейчас придется подбирать. Да что ты падаешь? Вот падает, падает. Попробуем.
Тесто вкусное, кстати, ребята. Тесто отличное, вкусное. Мягкое, кстати, тесто. Оно не расквашенное, ничего. Она как пицца идет. В общем, ребята, я сегодня немного поскипел днем. Все-таки накапливалось. Вот это все постепенно. И все-таки закипел. Настроения нет никакого. Как-то так. Сегодня у нас 12 декабря 2021 года. В общем, настроения нет. Как-то так. Ладно, разделаем рыбу. Нет настроения, в общем. Ну, в общем, как-то так. Как-то так, ребята. С рыбу отложу. Не всегда, как говорится. Не всегда, как говорится, отличное настроение. Просто из-за этой статистики. Статистика Ютуба меня вообще аж прям аж во где раздражает. В общем, как-то так, ребята, как-то так. Ладно, не будем затягивать долго ролик. Жевать сопли, как говорится. Будем разделывать рыбку. Всем приятного аппетита. Ну вот такая у нас горбуша. Горбуша. Большая, думаю. Посмотрим. Среднеразную. На мордочку ее. Ага. Какая. Большенькая. Ну, возьму я сейчас пока плавники срежу. Потихоньку. Аккуратно. Довольно большая. Интересно, с икрой без молока, наверное. Молока. Молока, это голова маленькая, и она окунутся обратно. Это мужички. А вот это мужик, да? Мужичок, значит. Подержать может? Или разверни. Давай я подержу. Срежу. Ладно. А полнички потом собачкам пойдут. Специально, чтобы не расквасилась, вытащили, чтобы она еще немножко подмороженная была. Да, когда ее с речки, то с моря сводится. Совсем по-другому. Мясо не так уж и, хоть оно и нежное, но обрабатывать ее проще. Ножик нормально режет. Подточил ножик как раз он на аппарате на этом. Во. Последний осталось. Не катайся.
Скользкая склизкая, или как ее можно назвать. Это же горбуша. Ага. Я же озвучил, что горбуша. Мне что, в одно ухо влетело такое. Холодная еще. Теперь знакомиться будем. Потрохами. Сразу потроха. Все. Ой, чистая. Чистенько, он хороший. Вот это у нас молокаш. Пацан. Пацан это. А что я буду я сейчас? А туда ее вложи, оттаивать, да, и все. Молоко, желчь. Как раз кто, что, вот смотрите, большая какая молока, вот был пузырь лопнувший. Ладно, отсюда вот. Туда убирай. Уберу. Так, дальше мы разделывать не будем на кусочки. Сейчас я сделаю. Забери вот это вот, да, это туда. Сейчас надо мне хвостовик. С хвостовик почистить. С хвоста. Почисти, попали, потом все равно замыть ее. Ну, вообще-то все вышло. Чистенько. А, чистая вся вышла, ну. Вся чистая вышла. Так, теперь задача. Отберем. И потрошим. Знаем, да. Вообще-то мы ей голову сейчас уберем. Ух ты, красный кусочек какой, смотрите. Красная какая горбушка. Ух ты, красотень, ребята. Ну, обычно. И здесь чистая. Чистенькая. Нет, вот это вот берут. Пленку снимают и вот это вот. А, вон еще все. Это кровь. Кровь это. Это сейчас она мерзла и так. Выходит так. Вот. Во. Сюда. Убираем. Вот, очищает. Вот теперь вообще она чистенькая. Наша кровь. Все, чистенько. Ну и все, готово тогда. Все. Не готово. Сейчас руки. Теперь у нас позвоночник. Позвоночник. Чуть повыше позвоночника беру. Беру. И буду резать. Буду резать. Еще замерзшая. Замерзшая. Пускай тогда подоттаивает. Скользкая, может быть. Скользит. Видишь, это может сыграть.
Ты понимаешь ли, здесь скользкая мягко, а там скользко. Ну, это там самое. Она тоньше, там мороженое. Там бы три, а здесь она толстоватая, еще нет. Вот на себя нельзя резать. Давай я буду держать отсюда одной рукой, а ты режешь, чтобы она не катилась вот так вот, давай. Вот, да. Во. Идет филейка. Тихо. Стоп, по косточке? Перерезали. По косточке. Пришла, занюхала. Ну, получится тогда. Вот так вот. Эту придерживай. Давай. Эту придерживай. Давай, так, ага. Во, отлично. Отличненько. Во, мякоть, ребята, видели какая? Сейчас я уберу. Куда-сюда, в тазик. О, мякоть какая, красная горбуша. Это тоже срезать или так и оставляем? Это тоже надо, видишь, она мороженое, вот сколько промазали. Она, видишь, где легче ей там и пошла. Вот. Угу. Позвоночник. Это так сделаю. Бо. Это лучше вот это вот. Давай приподнимать, я буду косточку эту. Давай эту я. Во, обалденно. Во, ребята, косточки. Так, сюда, вот сюда, ну, убираю. Да, да, порежь. Да. А эту я уберу, да? Давай филейку. Вот филейка, ребята. Сюда мы убираем филе горбушки. В общем, дальше чистим и будем готовить, ребята.